Заряжаемся, пошли. На исходной позиции. Петрович, лови меня. Это мы еще репетируем? Нет. Мы репетируем, но мы записываем сразу же, одновременно. Мы все дубли записываем. На всякий случай. Записывайте, да. И выбираем лучше. Вот центр, это вот... Ну, вот центр вот здесь. То есть, поставь если вазу, что... вазу поставь. Ну вот просто ориентируемся. А то ну, сейчас она тут торчит, остались... Меркурич. Она торчит мы, немножко. Мы будем некрасиво. Не, не будем. Не, я, уже, да, уже будем. Я да уже примерно вижу. Помните, в общем, да. Все вот. Нормально. Вот, не проблема, вот даже центр. Если вы тут останетесь, ну, не важно. Подождите, а как там начинается там? Трудно было человеку? А, а ведь ты тоже хотя бы рот открывай. Не буду. Ну, пожалуйста. А, какая прелесть. Так, сейчас. На счет 3-4 начинаем. Ага. 3-4. Нет, так сначала проигрыш. А, ну извини. Давай. Трудно было человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу в засад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса. Колеса. Солнце на спице, синева над головой. Ветер на лица обгоняет шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай-дай-дай-дай-дай. А теперь на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые дети на работу в засад. Едут в дом и аптеку, едут тещи на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет? Тысяч лет. Солнце на спице, синева над головой. Ветры и версты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай-дай-дай-дай-дай. Оля! Дай-дай-дай-дай. Дай-дай-дай-дай. И на этом мы закончим. Но прямо сейчас. А третий куплет? Все, а там нету вас. Там третьего куплета? Надо сочинить.